Самая красивая девушка Содружества в Армении. Все готово к финалу конкурса «Мисс СНГ». Состязаются 24 участницы. Имя победительницы станет известно уже завтра. Ну а пока красавицы репетируют и дают интервью. Побывали они и на радио «Мир». Арпи Меликян их сопровождала. Друзья, доброе утро. Итак, в эфире программа «Бодрое утро». Кроме дефиле, примерок и репетиций, в плотный график участниц конкурса «Мисс СНГ» входят прямые эфиры и интервью. Красавицы в центре внимания журналистов. Сегодня они в гостях у программы «Бодрое утро» на радио «Мир Армения». Мне очень понравилось у вас. Это было для меня впервые побывать на радио. Новый экспириенс, так скажем. Было прекрасно, я бы еще раз пришла бы к вам. Несмотря на наш плотный график, все же мы и наши организаторы успеваем выходить на такие мероприятия, приходить на радио, на телевидение хотя бы на полчаса, чтобы подарить настроение людям и вам тоже. В радиоэфире девушки рассказали, как стали победительницами конкурса в своих странах. Участница из Узбекистана Зарина Холова по профессии фармацевт, но уже несколько лет работает косметологом. В модельный бизнес пришла студенткой против воли родителей, но увидев успехи дочери, те сдались. Теперь Зарина совмещает работу с модельным бизнесом. Из вот этого всего медийного я получаю энергию. То есть моя жизненная энергия состоит из этих всех движений. Я эту энергию получаю и трачу на свою профессию. Красавицы из стран СНГ активно путешествуют по Армении, делятся историями с подписчиками и продвигают отдых в республике. Посетили и монастырь Хорвиряб. Он расположен у самого подножия горы Арарат. И здесь получаются самые красивые фотографии. Конкурс «Мисс СНГ» в Армении проводят не первый год. В этом году одним из главных информационных спонсоров стала телекомпания «Мир». Мы всегда хотели сотрудничать с телерадиокомпанией «Мир». Считаем, что наши цели схожи. Мы создаем площадку для братских стран, представляем им нашу культуру, историю, события. Именно поэтому для нас это сотрудничество очень важно. Уже завтра станет известно имя победительницы. За звание «Лучшие» поборются 24 красавицы. Арфим Аликен, Савак Кочарянс, «Мир 24». Добавлю, что в Ереване радио «Мир» вещается на частоте 93,7 FM.